Мы представляем вам ультразвуковой увлажнитель воздуха «Легкий воздух» от компании «Ирит». Это новинка. Цена премьеры – 1350 рублей. Дорогие телезрители, здравствуйте. Меня зовут Ольга, и сегодня у нас в гостях Максим. Максим, привет. Здравствуйте. Да, действительно, это незаменимое устройство в каждом доме. Дело в том, что все мы постоянно пользуемся либо какими-то обогревателями, либо кондиционерами и прочими устройствами, которые без сомнения осушают воздух. Делать его очень сухим, что очень вредно для нашего организма, для нашей кожи, для домашних животных и для домашних растений. Поэтому воздух нужно обязательно увлажнять. Именно для этого и создан наш замечательный... Красивый и удобный увлажнитель. Я уже влюбилась в этот увлажнитель воздуха, тем более у нас сегодня в студии, вот посмотрите, дорогие телезрители, вот такие комнатные растения, они не случайно здесь, мне Максим уже открыл секрет, что они могут теперь и находиться без пыли абсолютно. Вот у меня дома есть растение, которые мне раз в три месяца периодически приходится мыть от пыли. Вот невозможно каждый листочек вымывать, протирать. Вот этот увлажнитель теперь мне поможет. Я должен заметить, что в принципе, если воздух будет достаточно влажным, то пыль будет меньше висеть в воздухе, значит, ее в принципе будет меньше. Это раз, а во-вторых, ее меньше будем мы вдыхать, а это, соответственно, наше здоровье. То есть э, ты мне гарантируешь, теперь меньше пыли в моем доме. Да, и больше э, ощущения здоровья, больше свежего воздуха в доме. Но мне уже не терпится посмотреть, как он работает. Давай его разберем и покажем нашим телезрителям. Должен заметить, что э, наш увлажнитель, ты правильно сказал, он ультразвуковой. В этом заключается его особенность. В отличие от многих приборов, которые вырабатывают пар за счет нагрева воды, mm -hmm. а здесь стоит вот такой. Ультразвуковой генератор, то есть это такая небольшая мембранка, которая работает с очень высокой частотой, и, соответственно, она э, передает свои вибрации в воду, а значит и э, вода, как бы, из воды выталкивается много-много маленьких капелек. Причем много настолько, что производительность этого увлажнителя составляет до 360 миллилитров пара в час. Это очень для много, действительно. Ничего себе, да. А для чего нужна вот эта вот лампа? Расскажи, пожалуйста. А, ну, ты обратила внимание, что наш увлажнитель э, довольно-таки красивый красивый на вид, приятный, и плюс к этому он еще и подсвечивается, то есть это получается такая красивая ваза, которая декор, красиво подсвечивается, когда вода а, бурлит в этой колбе, а, она станет действительно настоящим украшением интерьера. Дорогие телезрители, все преимущества налицо. Приобретайте этот замечательный ультразвуковой увлажнитель воздуха, легкий воздух, ведь цена премьеры 1350 рублей. Такая невероятная цена будет действовать только в течение нескольких дней, поэтому спешите его заказать. Максим, а что вот это вот такое, вот белая вот такая штука? Неужели это а, фильтр? Это специальный, это специальный клапан, который отвечает за то, что когда в устройстве закончится вода, оно автоматически выключится, поэтому ты можешь не переживать, что а, прибор будет включен, а воды здесь не будет, соответственно, он выйдет из строя. Должен заметить, что а, этот увлажнитель, он абсолютно безопасный и для детей, и для постоянной эксплуатации, потому что здесь нет нагревательных элементов. И, соответственно, ты можешь смело уходить на работу или ложиться спать, а прибор оставлять включенным, или им может совершенно легко пользоваться даже ребенок. Дорогие телезрители, никогда не сломается, ну и, конечно, безопасен для детей. Давай разберем его более подробно, и как он работает. Зальем туда наконец-то воды и покажем ну, как нашим я телезрителям. Уже, как я уже говорил, здесь есть вот этот клапан ультразвуковой, э, здесь есть генератор ультразвуковой, здесь нет нагревательных элементов. Хочу заметить то, что он еще и очень экономичный. Его мощность составляет всего 30 ватт, это ну, меньше, чем обычная лампочка, даже ага. в половину. И поэтому можно его оставлять включенным постоянно и не переживать за то, что потратится много электроэнергии. Пользоваться им очень легко. Здесь есть специальная колба. Да. Мы открываем заливную горловину и просто наливаем туда воду. Наливаем резервуар воды. Очень легко. А какой здесь объем и надолго ли хватит? Нам? Объем Сколько составляет 2,6 литра. Соответственно, несложно посчитать, что если производительность максимальная составляет 360 мл в час, то Одного, одной заправки резервуара хватит ну, часов на 8 работы. Это и действительно ты, очень это много. Это прекрасно. А целую ночь? Ты знаешь, у моих детей часто, когда они простужаются, бывает очень сильный кашель такой сухой. Что рекомендуют врачи? Взять полотенце, намочить его обильно, развесить на батареи, на стуле, на кресло, в общем, везде. и ты знаешь, помогает. Приступы утекают и становится легче. Да, но доходить. тебе согласись, что когда ты везде развешиваешь какие-то полотенца, тряпки, это, во-первых, не очень красиво, во-вторых, что происходит с твоими батареями, когда когда ты постоянно на них кладешь, они начинают ржеветь. А вода, которая течет на ламинат, ламинат начинает ламинат у меня уже. Или обои испорчен, да. это все некрасиво, неудобно. И к тому же подумай, а какое количество действительно влажности добавит. Испарение одного полотенца, да, это очень мало. Здесь же 360 мл в час, это очень много, при том, что электроэнергию он не тратит абсолютно. Дорогие телезрители, посмотрите, сколько здесь влажности. Невероятно. Вы посмотрите, какой поток пара. И домашние растения будут в порядке, и вся семья будет здорова. Прекрасный прибор. Кстати, для тех, кто не очень любит пользоваться кондиционерами, это сможет послужить определенной заменой его, потому что пар действительно влажный, как я, уже, как ты заметил, да, и им можно пользоваться просто в жару в помещении. Давай попробуем включить его. Он уже включен, он уже работает. Здесь, Здесь есть специальный регулятор, регулятор да? то есть уменьшая вот, производительность прибора, мы можем увеличить срок, срок работы. Итак, дорогие телезрители, мы сегодня вам представили ультразвуковой увлажнитель воздуха «Легкий воздух». Максим, коротко о преимуществах этого прибора. А, ну, во-первых, вы видите, что он красивый, он выполнен в форме вазы. Здесь есть внутри подсветка, большой резервуар, 2,6 литра, что обеспечивает работу почти на 8 часов. А, и при этом он потребляет всего лишь 30 ватт мощности, то есть он... Очень экономичный и абсолютно безопасный. Здесь нет нагревательных элементов. Он безопасен для детей и для любого, кто им пользуется. Дорогие телезрители, цена премьеры 1350 рублей. Такая невероятная цена будет действовать только в течение нескольких дней. Поэтому торопитесь заказать. А, наши операторы работают круглосуточно. Они ответят с удовольствием на все интересующие вас вопросы. Итак, дорогие телезрители, сегодня мы вам представили ультразвуковой увлажнитель воздуха, легкий воздух от компании Ирит. И я не случайно держу вот такой вот яркий, красочный каталог от компании, от нашего телеканала Shop and Show. Ведь вместе с этим увлажнителем воздуха вы получите его абсолютно бесплатно, в подарок. Посмотрите, сколько здесь ярких, красочных, просто уникальных товаров. Его листать одно удовольствие. Дорогие телезрители, оставайтесь с нашим телеканалом. Заказывайте прямо сейчас.